Условия содержания заключенных в следственных изоляторах обсудили представители власти и общественных организаций под эгидой Уполномоченного по правам человека в Чувашской республике. Открыто об этих проблемах не говорилось уже давно. Как улучшить условия пребывания в местах предварительного заключения? Эта тема обсуждается не первый год. Конечно, со времен Советского Союза условия изменились к лучшему. Но мы все равно далеки от европейских стандартов. Нарушения из года в год они выявляются. Из года в год принимаем совместное решение с усилием по устранению тех недостатков, которые были выявлены непосредственно органами прокуратуры. В Чувашии два следственных изолятора и около 20 помещений временного содержания подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Общая наполняемость около 1000 человек. Изоляторы в Чебоксарах и Цивильске размещаются в зданиях постройки 16 и 19 веков и постоянно требуют ремонта. Строится третий сезон на 500 мест, но процесс этот растянулся на многие годы. По европейским стандартам на одного заключенного полагается 7 квадратных метров площади, по российским – 4. Есть и множество других требований, но они редко где соблюдаются. Часто человек выходит из изолятора с различными заболеваниями и сломанной психикой. Кроме того, рассматривается вопрос о приравнивании одного года в СИЗО к полутора или двум годам в колонии. Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливается, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущее человеческой личности. Такая же позиция определена и в статье 3 Европейской конвенции.